Давайте мы сейчас будем отплывать и покажем вам эту красотку в действии. Captain Iron, yeah, let's go, let's do it. Пальмер Джонсон, вообще пушка. Сколько стоит ракета? Такая, не знаю, мне кажется, лямов 15. Серьезно? 12-15. Ага. А чье производство? По-моему, это Англия. Но надо уточнить, это не моя любимая, честно говоря, яхта, моя любимая вот Рива. Нет, вот Тайта Першин тоже прикольный, итальянский. Я тебе покажу, где-то есть Рива. Рива – это вообще икона стиля. Вообще все мои любимые яхты итальянские, включая эту. Этот бренд называется Азимут. Пушка-ракета.